Лао-цзы. Тао-де-цзэн. Фото-перевод. Глава 10. Если душа и тело будут в единстве, можно ли сохранить его? Если сделать дух мягким, можно ли стать бесстрастным, подобно новорожденному? Если созерцание станет чистым, возможно ли тогда заблуждение? Можно ли любить народ и управлять страной, не прибегая к мудрости? Возможно ли превращение в природе, если следовать мягкости? Возможно ли осуществление недеяния, если познать все взаимоотношения в природе?